ведь вы только начали принимать продукт этой компании, но еще не решили начать бизнес с компанией. Может быть, вы еще находитесь в каких-то сомнениях. И поэтому я хочу сейчас, за вот этот предстоящий час, постараться развеять ваши сомнения и назвать вам 5 причин, почему действительно стоит делать бизнес с компанией For Life Research. Первое, на что мы обычно приходим, это, конечно же, наш замечательный продукт. Линия Transfer Factor. Transfer Factor – это словосочетание уже на слуху у многих людей, но далеко еще не всех людей. И поэтому нам предстоит огромная работа, чтобы это словосочетание стало обиходным. И нам нужно познакомить людей, что это категория продуктов первой необходимости. Если взять продукты первой необходимости, скажем, 10 первых наименований, то трансфер-фактор должен находиться в десятке этих продуктов. Потому что люди могут экономить на чем-то другом, но вряд ли стоит экономить на здоровье. Это аксиома. Пока еще не до каждого доходит, но тем не менее мы здесь для того, чтобы до каждого это донести. Почему? Мировой товарооборот лекарственных средств в настоящее время составляет свыше 500 миллиардов долларов. Я недавно прочла в Фейсбуке такую фразу, что медицина сейчас ушла далеко вперед, но еще больше далеко вперед ушли заболевания. И сейчас медицина недоумевает, почему же современные, серьезные научные разработки лекарственных средств не оказывают такое влияние на лечение тех или иных заболеваний. А по данным Всемирной организации здравоохранения в экономически развитых странах, 90 центов от каждого доллара, то есть это 90%, которые тратятся на покупку лекарств, расходуются на преодоление проблем, которые являются следствием их применения. То есть, мало того, что заболевания у нас прогрессируют, но к ним еще добавляются последствия употребления лекарственных препаратов, а это химические препараты, синтетические препараты, которые для нашего организма в принципе неприемлемы от природы. Каждый третий житель планеты болен в результате неправильного применения лекарственных средств. Это еще раз говорит о том, что развивающимся заболеванием и даже причиной развивающихся заболеваний является чрезмерное употребление лекарственных средств. Потому что среди моего окружения, среди моих знакомых, есть, к сожалению, те, которые пока еще меня не услышали, но я с ужасом наблюдаю, как они высыпают горсть лекарственных препаратов в ладошку и пьют это утром, днем и вечером. И недавно одна женщина мне сказала: знаешь, наконец-то я тебя услышала, а 6 лет я уже ей об этом говорила, что я действительно уже настолько переполнилась лекарствами, что я даже подношу руку к носу, и моя кожа пахнет лекарством. В США развитие неблагоприятных последствий фармакопии ежегодно является причиной госпитализации 2 миллионов человек и более 100 тысяч летальных исходов после употребления лекарственных средств. Проблема безопасности лекарственных средств остается еще более актуальной, чем раньше. Почему? Потому что лекарственные средства синтетические, или по-другому их можно назвать, ядохимикаты, они имеют побочные эффекты. Какие побочные эффекты, я не буду перечислять. На любой инструкции вы можете их прочесть. Это ни от кого не скрывается. Употребление лекарственных средств ведет к мутации микроорганизмов, потому что микроорганизмы – это тоже живые существа, которые от природы имеют право жить.
Это тоже Божие творение. И природа создала симбиотическую связь между организмами для того, чтобы в природе существовал баланс. Лекарственные средства приводят к различным аллергическим состояниям, а также являются канцерогенами для нашего организма. Некоторые лекарства не выводятся годами, и они накапливаются, тем самым принося вред микроорганизмам, не только микроорганизмам, но и всему нашему организму. Но, может быть, мы тоже микроорганизмы в масштабах Вселенной. А если мы будем говорить про линию наших продуктов, компании For Life, о чем мы сейчас говорим, а именно о продукте, значит, мы выбираем здоровье и счастье. И поэтому выбор за вами, если он до сих пор еще под вопросом. Бесконтрольное использование антибиотиков приводит к мутированию инфекции, как я уже сказала. И ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, бьет тревогу по этому поводу. Инфекции научились противостоять даже самым серьезным препаратам. И если раньше открытие пенициллина являлось научным достижением, то сейчас пенициллин в принципе практически не употребляется. И, наверное, вы стали свидетелем многих сообщений в новостях по телевидению в разных странах, как Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу о том, что появились антибиотикоотпорные микроорганизмы, бактерии. Почему? Потому что между человеком и микромиром с некоторых пор идет постоянная борьба. А если рассмотреть любую клетку, или как детей в школе учат на уроках анатомии, возьми соскоб грязи из-под ногтей, положи в микроскоп, и увидишь, какой зверинец, какой зоопарк там живет у тебя под ногтями. Значит, нужно с этими микроорганизмами бороться, нужно их уничтожать различными антибактериальными средствами, мылами и так далее. И люди отходят, опять же, от природы, причем очень далеко, и в большинстве случаев применяются лекарственные средства в этой борьбе. А естественно, противник, а противником является микроорганизм, он вынужден как-то защищаться, потому что тоже имеет право на жизнь. Поскольку все больше людей придерживается принципа «лучше предупредить, чем лечить», поэтому сфера здравоохранения в данный момент переживает активный рост. Но еще пока этот рост находится в самом зачаточном состоянии. Значит, работы у нас непочатый край. Я вот здесь не стала приводить статистику, как, насколько развита профилактика заболеваний, когда люди начинают заботиться о своем здоровье, находясь еще в относительно здоровом состоянии, которое не дошло еще до заболевания. И мы, находясь в компании For Life, имеем даже какую-то миссию, несем людям для того, чтобы повернуть их сознание на здоровый образ жизни, на возвращение здоровья, сохранение здоровья и приумножение здоровья. И поэтому продукция компании For Life, она предназначена для иммунной системы. То есть если мы, я сейчас вернусь к этому слайду, потому что предлагая продукцию компании For Life, мы предлагаем продукцию для естественного защитного механизма, который создала природа нашей иммунной системы, которая точно так же, как и микроорганизмы, подвергается нападению со стороны человека. Значит, человек
ведет борьбу с самим собой, потому что наше тело населено микроорганизмами. Наше тело также населено органами и системами. И если мы употребляем лекарства, это значит, мы в войне вот это вот с микроорганизмами уничтожаем и мирное население, а также уничтожаем систему защиты нашего организма. Как будто кидаем атомную бомбу в себя, когда употребляем какой-либо лекарственный препарат. Наши продукты запатентованы, и линия этих продуктов на основе трансферфакторов обеспечивает наилучшую защиту иммунной системы, которая только доступна человеку. И мы уже знаем, поскольку приходится нам присутствовать и на семинарах, и на вебинарах, и читать, и слушать, и смотреть в записи, и уже накоплено столько материала по трансферфактору, что, мне кажется, и за всю жизнь не хватит пересмотреть этот материал. И тем не менее, вот сейчас, в данный момент, например, проводится еще одна научно-практическая конференция в Киеве, в которой принимают участие наши лидеры и наши коллеги. Я с гордостью называю их именно коллегами, потому что мне очень приятно, что моими коллегами в бизнесе For Life являются врачи с очень известными именами. И в ходе независимых тестов формулы компании For Life Transfer Factor Advanced, а это Transfer Factor Advanced и Transfer Factor Plus, если их соединить, это как раз получится такая формула. Они оказались до 437% эффективнее других продуктов. И если мы повышаем активность лейкоцитов на 437%, то мы никакого чуда не совершаем. Мы просто таким образом возвращаем иммунную систему к нормальному функционированию. Вдумайтесь в смысл этой фразы. Мы просто возвращаем ее к нормальному функционированию. Настолько далеко зашло дело, настолько слабая иммунная система сейчас у людей, живущих во всем мире. For Life является истинным создателем категории трансферцевтической технологии, науки получения, разработки и тестирования, а также совершенствования продуктов, содержащих трансферфактор, среди которых есть два продукта, которые содержат чистейший трансферфактор из молозива коров и куриных желтков. Ведь посмотрите, сама природа уже миллионы лет тому назад позаботилась о сохранении каждого вида на Земле. И меня сегодня, мой хороший друг, когда мы разговаривали утром про трансферфактор, он меня спросил: но ведь можно же вот эту цепочку аминокислот, из которых состоит трансферфактор, можно же сделать искусственным путем. Я ему очень долго объясняла, состав трансферфактора, как нас учат наши корифеи, но я его спросила: есть хотя бы один ученый, который не только трансферфактор, но обыкновенный цветок, скажем, ромашка, смог бы воспроизвести в том виде, в каком производит его природа? Я думаю и уверена даже, что таких технологий еще не нашлось. Но зато человек научился еще в прошлом веке извлекать трансферфакторы из молозива коров. Но вначале он извлекался из лейкоцитов крови человека, потом животных, потому что выяснилось, что трансферфактор – это видонеспецифический
видонеспецифическая молекула. И вот на картиночке вы видите маленьких котяток, которые только-только родились. Я сама лично наблюдала, насколько сильна вот эта вот тяга к жизни, вот эта вот природная сила, которая ведет вот этих вот слепышей, которые ничего еще не видят, которые только-только мама облизала, а они уже ползут и находят ее сосок, прикладываются к нему и высасывают первые капельки, не потому что они голодные, а потому что так передается сила жизни. Так передается с этой силой жизни, с трансферфакторами, передается еще мамина любовь, которая защищает и которая также дает вот эту энергию жизни. Так передается уже приобретенный иммунитет, который мама приобрела за всю жизнь, но отдает только с первыми каплями молозива. Если представить иммунную систему в организме, ну вот я здесь компьютер привела, и вот как армию защиты нашего организма, то 15% составляют новобранцы. Это клетки иммунной системы, которые только родились и которые нужно обучить, как правильно работать. Вот эти вот 15% можно назвать врожденным иммунитетом. А трансферфакторы, которые мы получаем из молозива матери, или благодаря компании For Life, мы можем на протяжении нашей жизни получать их из линии продуктов трансферфактор, или, может быть, из лекарственных средств, которые существуют. Правда, они намного дороже, чем сам трансферфактор. Но, тем не менее, такие препараты все равно существуют. Фармацевтические, то значит это 85% иммунной системы. И здесь стоит вопрос риторический, кому нужен трансферфактор? Я думаю, что если бы я спросила сейчас, кому нужно сердце, или кому нужны легкие, или кому нужны почки, я думаю, что кто-то, может быть, покрутил бы пальцем у виска, потому что этот вопрос, он подразумевает уже ответ. Это значит всем. Но поскольку люди еще неосознанно относятся к своему здоровью, то мы можем выделить категории людей, кому больше всего нужен трансферфактор. Это будущим родителям, которые готовятся воспроизвести потомство. Это наши дедушки, бабушки, наши мамы и папы, которые находятся уже в солидном возрасте, в мудром возрасте. И дабы продлить им молодость и здоровье, а также продлить им наслаждение жизнью, конечно же, нужно дать им трансферфактор. Для тех, кто желает улучшить качество сексуальной жизни. Ведь для многих и сейчас это стало проблема, потому что кроме всего прочего, экология, наличие химии в нашей пище, техногенные проблемы, развитие электронных технологий, ну, в частности, сотовые телефоны, например, они очень резко ставят под вопрос эту сторону жизни. Для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни в принципе, часто болеющим детям, трансферфактор просто необходим, и это альтернатива антибиотикам. Тяжелым больным, безусловно, нужен трансферфактор для того, чтобы продлить жизнь тяжело больного или, как это бывает очень часто, вернуть ему здоровье.
Я не буду останавливаться сейчас подробно на том, что делает трансфер-фактор и так далее. Я думаю, что об этом вы можете послушать каждый вторник на вебинарах, которые проводят наши доктора. Но то, что с трансфер-фактором наша жизнь становится лучше день ото дня, и когда мы смотрим фотографии наших знакомых, наших партнеров, наших единомышленников, то мы с радостью отмечаем, что люди не стареют, а только лишь молодеют. И их внешний вид, их улыбки, их цвет лица об этом очень красноречиво говорит. Сегодняшняя потребность в трансфер-факторе – 1 триллион евро. Товарооборот больше 1 миллиарда евро. Больше, чем от продажи компьютера. Но вы представляете, что для компании это только начало, и это данные, по-моему, прошлогоднего элитного клуба. Поэтому задайте себе вопрос, что это может значить для вас, для вашей жизни, для ваших близких и дорогих вам людей. Вторая причина, по которой стоит выбрать компанию For Life, это сама компания. Я по своей природе любознательный человек. И я оказалась в очень непростой ситуации, когда сменила место жительства и переехала жить в Сербию. Новое окружение, новый язык, который я еще не знала, отдалили меня немножко от моего бизнеса, и мне пришлось изучать в этой стране сетевой маркетинг, как он здесь развит. И для этого мне пришлось познакомиться со множеством компаний, которые работают на рынке Сербии конкретно. Я знаю достаточно хорошо множество компаний, которые работают на российском рынке, но компания For Life очень выгодна и очень сильно отличается от этих компаний. Потому что под слоганом «Вместе строить жизнь» компания работает, развивая науку, работает на успех компании и каждого дистрибьютора в отдельности и сервис. Причем сервис подразумевается в компании как служение. Служение дистрибьюторам, служение людям, благотворительность. Очень редко вы можете найти компанию, где вот эти вот три кита вместе держат компанию. Наука, успех, сервис. В компании For Life объединяется здравоохранение и сетевой маркетинг. Это тоже далеко не каждый еще осознает и понимает. И поэтому мы свой бизнес называем еще и миссией. Потому что мы действительно работаем на охране здоровья людей. Что отличает компанию For Life от других компаний? И что делает ее такой уникальной? По-другому еще эту компанию можно назвать компанию «Трансфер-фактор». Это патентованные продукты. Также не каждая компания может этим похвастаться. Но что это значит для нас? Для нас это значит, что мы работаем с эксклюзивным продуктом, с которым не работает еще ни одна компания. И это большой плюс в наших руках. Мы, я говорю «мы», это компания для поддержки иммунной системы
компанию отличает надежность. И об этом упрямо говорят цифры, статистика. По статистике журнала Inc. 500 компания заняла 15 место как сам из 100 наиболее быстро развивающих, из 500 наиболее быстро развивающихся компаний. В штате Юта третье место среди 110 тысяч компаний. А в 2005 году компания стала членом ассоциации прямых продаж за высококачественную продукцию и за высокое качество обслуживания клиентов. При этом компания начала свою работу лишь в 1998 году с нуля, с абсолютного нуля. Об этом рассказывал сын Дэвида и Бьянки Лиссанди, по-моему, его зовут, как им приходилось начинать. И вот представляете, за 7 лет компания уже стала членом ассоциации прямых продаж за высококачественную продукцию и высокое качество обслуживания клиентов, сколько их уже было. По итогам 2005-2006 года вошла в десятку самых привлекательных компаний сетевого маркетинга. Десятилетняя история успеха говорит о стабильном прошлом, настоящем и о перспективах будущего. И мы об этих перспективах постоянно слышим от руководителей компании на разных семинарах, встречах, конференциях, конвенциях и на поездке Great Escape. И по итогам прошедшего в Турции в сентябре месяце заседания элитного клуба были представлены вот эти цифры, что компания вошла в список крупнейших в мире компаний прямых продаж 100, и в 2009 году она была на 71 месте, в 2010 году на 62 месте. В 2011 году на 45 месте. Осталось еще 3 месяца, чтобы мы узнали, насколько мы выросли с компанией For Life. И если судить по этой тенденции, а математически это очень легко можно рассчитать, то скоро компания войдет в десятку лучших компаний прямых продаж. И вместе мы это сделаем. Правда ведь? Компания успешно работает на мировом рынке. Более чем в 50 странах с 1998 года. Это уже почти 14 лет. Здесь немножечко я цифру старейшую взяла, но сейчас уже почти 14 лет, 2012 год, но, тем не менее, выплаты бонусов согласно маркетинг-плану ни разу, ни одного месяца за все вот эти годы не вышли за рамки 14 числа каждого месяца. Вы представляете, о какой серьезности и о какой стабильности говорит эта компания? Третье – это признание заслуг. Но такого руководства, как у нас, остается только пожелать всем, потому что компания начинается именно с Дэвида и Бьянки Лиссанди, с людей, у которых большие, открытые, добрые сердца, полные любви. И поэтому каждый человек дорог для них. И независимо от того, сколько вы посвящаете работе в компании времени, или зачем вы пришли в эту компанию, просто на продукт или просто на бизнес, чтобы заработать и осуществить свои мечты достижения финансовой независимости. По вашим заслугам компания всегда готова отметить каждый шаг к успеху. И вот здесь вот я представила значки, которые символизируют вот это признание.
Со стороны Министерства со стороны Академии медико-технических наук России и Министерства здравоохранения компания была отмечена вот вручением премии имени Блохиной в 2007 году. Были признаны заслуги Келвина Макосланда и Владимира Абдуллаевича Дадали после очередных проведенных ими совместных клинических испытаний, биохимических испытаний Владимир Абдуллаевич проводил, трансфер-фактора. Хочется отметить еще и производство трансфер-факторов. Это производство по самому современному слову технологического прогресса, где все буквально от ферм до выхода конечной продукции оборудовано наисовременным оборудованием и находится под строжайшим контролем качества, в чем мы еще, собственно говоря, ни разу не усомнились. А компания, даже если люди усомнятся в качестве продукции, она всегда в любой момент готова принять продукт обратно и вернуть деньги. А какая профессиональная административная команда работает в компании? Я думаю, что многим, кто уже побывал в поездках вместе с компанией, или на конвенции, или в Great Escape, или вот сейчас на элитный клуб, поистине профессионал. И опять же все начинается с Дэвида и Бьянки Лисанги. Какие они такую команду вокруг себя они сплотили. И эта команда имеет в совокупности более чем столетний опыт работы в системе сетевого маркетинга и пищевых добавок. Как я уже сказала, одним из китов компании – это наука. И в компании работает медицинский консультативный международный совет, который вот перед вами представлен. Шестое, что отмечает компанию, это запатентованные и зарекомендовавшие себя продукты. И проведение клинических испытаний это подтверждает. Поэтому мы работаем действительно с поистине уникальным продуктом, который есть у нас в руках. Седьмое. Фокусировка на будущее. Но если судить по тому, что еще до открытия компании, когда Дэвид Лисанги обнаружил в одном из архивов вот этот патент, который впоследствии стал трансфер-фактор классиком, так горячо любимым всеми нами препаратом. И если он тогда уже видел будущее, в котором, собственно говоря, которое стало для многих сегодняшним днем, то с такой командой, которая сейчас, с такими успехами, и с такой продукцией, которая уже разработана учеными компании For Life, представляете, какое будущее нас ожидает. Деятельность компании направлена на укрепление здоровья людей. И поэтому команда работает постоянно в поисках новых возможностей для того, чтобы мы еще больше продвинулись к нашему успеху. В Евразии компания отличается бесперебойной поставкой продукции, собственно говоря, и в Европе тоже. Продукт сертифицирован, проведены клинические апробации, ведется разработка новых продуктов, и хочется верить, что очень скоро на рынке Евразии появятся новые продукты. Ну а про своевременность и четкость выплаты бонусов я уже сказала, и здесь добавить нечего, я думаю. Каждый дистрибьютор новый, который приходит в компанию, он в этом убеждается. Ну и, конечно же, для Евразии
очень большим достижением является участие дистрибьюторов в элитном клубе. И вот совсем недавно многие из них вернулись с вот этого удивительного путешествия в Турцию, заседание элитного клуба, где наши партнеры, наши единомышленники прекрасно отдохнули, хорошая погодка их побаловала и ласковое море, а также прекрасно поработали и привезли нам новые материалы, которые мы можем использовать в своей работе. Компания For Life растет год за годом. И данные, которые нам представила Люба Алимова после поездки в Турцию, об этом постоянно говорят, и компания нам предоставляет постоянно информацию о росте товарооборота на различных рынках, где работает компания For Life, практически на всех континентах мира. И рынки эти, они расширяются, и с каждым годом открывается какой-нибудь новый рынок. Подумайте, что это может значить для вас. План вознаграждений. Я долго не буду останавливаться на этом, но, тем не менее, план вознаграждений компании For Life – это также самый, на мой взгляд, сколько я встречалась с компаниями, я могу сказать, что на моем опыте это самый прогрессивный маркетинг-план, который не каждому дано сразу же понять. И я думаю, что это не случайно так сделано. Ведь именно тем, что, как сказать, приверженностью своей, маркетинг-план потом вознаграждает своей щедростью. Ведь если человек прочно утвердился в своем выборе, твердо решил работать с компанией For Life, тогда он как подарок получит множество сюрпризов приятных от изучения маркетинг-плана. Но вы сами выбираете, насколько будет ваш бизнес большим. И ваши действия хорошо вознаграждаются уже в самом начале бизнеса. И от вас зависит, чтобы вот эта брошенная семечко в землю выросла. А ведь для того, чтобы вырасти это семя, недостаточно бросить его в землю. Надо его еще и вырастить, вложить в него труд, поухаживать за ним. И только тогда оно может превратиться в огромное дерево, за которое мы уже можем не беспокоиться, которое уже, которому не будет уже страшны ни ветра, ни проблемы, ни непогода, ни засуха, ни холод, ничего. И, конечно же, это дерево вам обязательно даст свои плоды. Но на начальном этапе нужно потрудиться обязательно. Ваши лидеры никогда от вас не отделятся. Вы всегда будете получать доход с их оборота. Если вы вырастили свое дерево, и если оно, может быть, даже настолько пошло в рост, настолько вы его хорошо сдобрили вначале, поухаживали за ним, что оно и вас перегнало, и пошло в рост. То есть ваш лидер, выращенный вами собственно ручно, превзошел даже учителя. Или по карьерной лестнице обскакал, или по объемам. Они никогда от вас не отделятся, вы все равно будете получать с их товарооборота в любом случае бонус. В других компаниях этого нет. И поэтому многие лидеры большие теряют свой интерес к маркетинг-плану, перестают получать от своих лидеров и в конечном итоге уходят, начинают какой-то другой бизнес. И это не теория, это практика. Я таких людей очень много знаю. И они переводят целые структуры в другую компанию, и там начинают уже работать. Потом третья, потом четвертая и так далее. Ваши спонсоры
напрямую заинтересованы в том, чтобы вы зарабатывали как можно больше. И поэтому глупо смотреть спонсору в карман, сколько он заработает. Больше и лучше спонсору наблюдать за вашим ростом, и не просто наблюдать, а постоянно вас поддерживать, постоянно держать вас за руку и не отпускать, чтобы подтягивать за собой. Иначе, если он отпустит руку, и вы оборветесь, то значит и его успех, он оборвется вместе с вами. Компенсационные планы одних компаний щедро платят новичкам. Другие делают щедрые выплаты профессионалам сетевого бизнеса. А новички просто вынуждены оставаться всегда на вторых ролях и, не достигая успехов, искать другую компанию. Наш компенсационный план построен таким образом, что выплачивает щедро абсолютно всем. И в этом его огромное преимущество по сравнению с планами других компаний. И если внимательно приглядеться к таблице, которая, я думаю, у каждого из вас есть в документах, или, может быть, если вы еще пока не зарегистрировались в компанию For Life, то ваш спонсор вам покажет эту табличку. Попросите его разъяснить некоторые цифры. Но то, что щедро получают все, это да. Ну, в зависимости от услуг. Конечно, за ничего не делание, за ноль, обязательно, если все помножить на ноль, то в результате получается ноль. Конечно же, за ваши действия, которые вы произвели. Но если вы будете на протяжении многих лет упорно совершать именно одни и те же действия, то есть от вас не требуется больших усилий, просто постоянно действовать в одном направлении, то доходы будут увеличиваться. И варианты вхождения в бизнес с компанией For Life существует два. Это вариант Diamond For Life. Если вы готовы сменить посредственную жизнь на жизнь прекрасную, то вот это ваш вариант, это бизнес-вариант. Ну а если вам нужно поправить свое здоровье, если вы пришли сюда на продукт, то это тоже ваш вариант, потому что на нескольких баночек серьезных результатов получить невозможно. Но тем не менее, да, и вот здесь чем хорош вот этот бизнес-старт? Выплата бонусов бесконечности, возможно, в ранге Diamond в первые 6 месяцев. Поясню немножко. Если ваша структура стала очень быстро развиваться, и она уже ушла глубоко в 4-й уровень, в 5-й, в 6-й, в 7-й, то вы имеете право на получение бонуса бесконечности как настоящий квалифицированный Diamond. И это право вам дается на первые 6 месяцев. И здесь компания превзошла саму себя, потому что когда я начинала в компании, этот период длился всего лишь 3 месяца. Максимальный объем за ваши усилия. Если вы подпишете других в ранге Diamond for Life, и вы увеличите свой первоначальный объем до 300%. Профессиональные материалы для презентаций. Ну, в Европе даже можно получить сумку, как вот была на рисуночке. Конечно же, возможен и такой осторожный старт, я бы это назвала, когда человек еще сомневается, и как обычно это бывает, когда человек говорит, я хочу попробовать. Ну, попробовать можно с лидер старта, но, как правило, и это говорит опыт, когда человек начинает пробовать, трансфер-фактор – это такой продукт, который не может не понравиться, даже если его попробуешь. Это знают даже дети, и они могут это подтвердить. И они потом начинают просить. У меня появилась дистрибьютор в первой линии только благодаря тому, что она взяла попробовать своей дочери, когда она болела. Ну, а потом перестала брать.
Так вот эта вот ее девочка трехлетняя, она ее замучила. Когда мама с папой, вы мне купите трансфер-фактор, чтобы он меня сберегал от болезни. И поэтому она ее просто заставила, вынудила заключить регистрационный договор. Поэтому вы можете улучшить свое материальное благополучие, как, насколько развиты ваши амбиции. Либо это может быть просто экономия какая-то, либо это может быть дополнительный доход или основной доход, или, может быть, вы хотите создать уже капитал и серьезно заняться серьезным бизнесом. И поверьте мне, успех придет именно от того, насколько, как сказать, дальнозоркие, что ли, будут ваши планы, насколько большие будут ваши цели. Поэтому и придет вам успех, и само проведение будет вам помогать. В компании возможен благодаря маркетинг-плану карьерный рост. Ступенек не очень много, но тем не менее, вот здесь они представлены. Помогая людям, помогая самим себе, мы имеем право на карьерный рост. И вот в этой компании это словосочетание «карьерный рост», оно звучит гордо. Когда приходится говорить с людьми, далеких от компании For Life и от сетевого маркетинга вообще, люди очень осторожно относятся к этому словосочетанию, потому что в обычной работе это словосочетание имеет негативное значение. Там почему-то никто не хочет быть карьеристами, выскочками и так далее, потому что считается, что карьеристы идут по головам у других. У нас карьеристы ведут за собой людей и помогают людям также подняться по ступенькам карьерной лестницы. И вот эта вот табличка, она об этом очень хорошо говорит. Посмотрите, workplace – это обыкновенная работа. Здесь погоня за карьерой. Каждый старается друг друга сбросить, чтобы, не дай бог, кто-то меня не обогнал, лучше я его сброшу, иначе я сам не доберусь, он меня обгонит. И он тогда займет мое место карьерное. А вот маркетинг компании For Life, он позволяет каждому подтянуться вот к этому карьерному месту. И это просто замечательно. В компании, согласно маркетинг-плану, существуют дополнительные выплаты, как Power Pool. Это выплата уже, каждый новичок может получить эту выплату при выполнении определенных условий. И Premium Pool – это на высоких квалификациях, уже на высоких рангах компания дает еще дополнительный бонус. И можно также, начиная с уровня со статуса даймонда, заработать, принимая участие в Power Pool, поездку Great Escape. И также компания награждает этой поездкой, начиная с ранга президент даймонд, всех, кто выполнил определенные условия, когда закрыл президент даймонда и два раза подтвердил. Но многие из дистрибьюторов и в Азии, и Европы уже побывали на различных Great Escape'ах, это на Бали, и вот сейчас в октябре предстоит Great Escape в Таиланд, а в следующем году вот такой великолепный теплоход. Я предлагаю всем, кто действительно желает участвовать в этой поездке. Я знаю, это будет удивительная поездка: Италия, Греция, Хорватия.
на вот этом великолепном лайнере Norwegian Yacht. Я предлагаю вам сделать фотографию, вернее, снять фотографию или поставить на ваш рабочий стол, или вклеить в карту желаний, а до Нового года осталось у нас 3 месяца всего лишь, поэтому пора уже подумывать о карте наших желаний, которые мы будем делать на 2013 год. И подумайте, что это может значить для вас. Я думаю, что вы посмотрели сейчас на этот теплоход, и у всех у вас настроение поднялось. Четвертое. Почему мы выбираем компанию For Life? Это система обучения и поддержки. Здесь можно говорить бесконечно, потому что именно компания For Life дала мне такой толчок. Я не скажу, что это пинок, а я скажу, что это действительно толчок, какой-то, что вот я аж от него подпрыгнула. Во-первых, даже не система обучения, а толчок к тому, что я начала заниматься самообразованием, самовоспитанием. Это благодаря тому, что впереди, передо мной хорошие примеры, как наши спонсоры, Любовь Ивановна Алимова, Таня Ячная, Марина Ушенина, Розалия Коблянская, Марис Дрейманис и многие другие, которые подают нам замечательный пример работы над самим собой. Ну а система обучения и поддержки дистрибьюторов – это, конечно, работа со спонсорами, можно индивидуально, в паре, в малых группах, в фокус-группах, онлайн или офлайн. И сейчас настолько развиты интернет-коммуникации, что расстояния практически стерты, и фокус-группы могут быть как в реале, так и онлайн через Skype и комнаты для вебинаров, или вот сейчас мы с вами тоже находимся вот в этой системе обучения и поддержки, слушая вебинар. Различные семинары, тренинги, презентации. Вот был последнее заседание элит-клуба, да? Базовые бизнес-семинары, интернет-конференции. У нас действует группа поддержки «Успех for Life», где любой человек, и новичок, и уже опыт, дистрибьютор может либо поделиться своими результатами, своим успехом, либо задать вопрос, где кто-то из группы, которая оказывается на связи именно в тот момент, ему обязательно ответит. Но бывает такое, что никого на связи нет, ничего страшного не будет, если вопрос задать повторно, все равно кто-то ответит, потому что информации бывает так много, что некоторые вопросы проскакивают, люди просто обижаются, но обижаться не надо, надо просто настойчиво задать вопрос еще раз, если кто-то в этой вот группе не получил ответа. Ответ вам придет обязательно. Информация и обучение на аудио- и видеоресурсах и международная конвенция, которую компания устраивает для дистрибьюторов раз в 1,5 года. Отличительной особенностью компании является испытанная система достижения успеха. Эта система включает в себя необходимые инструменты бизнеса, качественные презентации, эффективное признание заслуг каждого дистрибьютора. И именно наша компания, она отличается тем, что начиная от руководителей компании, заканчивая дистрибьютором-новичком, информация идет практически одна и та же. Может быть, в разных интерпретациях каждый человек может ее подать. Вот, например, говоря о результатах или о использовании трансфер-фактора, мы очень часто слушаем вебинары по вторникам, и мне всегда очень интересно, потому что нет вот этой вот занудной такой одинаковой информации. Говорим вроде бы об одном и том же, но все равно в каждом вебинаре слушать настолько интересно. Все люди у нас разные, все такие имеют какие-то изюминки. Вот меня очень потряс, например, материал
Гали Орловой в один из вторников. По пятницам у нас вебинары по возможностям с компанией For Life. Так мне очень нравится присутствовать в каждую пятницу, потому что говорим об одинаковых возможностях со своей подачи. И каждый это дает по-своему. Лена Рылева по-своему, Марис Дрейманис по-своему, Мария Дюринг с ее неуемной вот этой вот энергией по-своему, Люба Алимова по-своему, Марина Мищенко тоже вносит какой-то свой индивидуальный, свойственный ей колорит. И получается в результате такая у нас насыщенная информация. Это могут быть основательные тренинги, которые касаются и личностного роста, личностного развития, и касаются именно вопросов лидерства for life, возможности построения бизнеса. И здесь система обучения оказывает необходимую помощь, независимо от того, осуществляется ли обучение в виде беседы с лидером, участие в обучающем семинаре, или конференции по телефону, или скайпу и так далее. У меня очень много отдаленных дистрибьюторов появилось в последнее время, но мы настолько близки, что у меня такое чувство, что мы знакомы всю жизнь, и что мы собираемся просто за чашкой чая каждый вечер, либо у меня дома, либо у кого-то дома, потому что включил камеру, и атмосфера вот такого близкого общения, она присутствует. Но есть готовая система простых действий, которая гарантированно дает хорошие результаты. Это всего лишь 3 шага. Используй продукт, привлекай людей и обучай. Как пользоваться продукцией? Обучают вебинары по вторникам. И огромное количество различных видеоматериалов на YouTube, аудиоматериалов на аудиоподкастах, литературы и так далее. Как привлекать, обязательно расскажет ваш спонсор, обязательно поделятся люди в группе «Успех» и, опять же, многочисленные вебинары на эту тему, и вот в следующем воскресенье Таня нам еще раз расскажет, как привлекать новых партнеров. Ну и обучение тоже всегда рядом спонсор, и не нужно бояться того, что мне сейчас придется привлекать и обучать, а я ничего не знаю. Обязательно обопритесь на такое мощное плечо спонсора, и он вас обязательно поддержит и поможет, поэтому бояться не надо. Со спонсором хоть в огонь, хоть в воду, с вами ничего не случится, будет только лучше. И по мере развития вашего бизнеса компания будет приглашать вас на обучающие семинары, которые проходят в разных странах мира, и информацией об этих семинарах мы делимся. И подумайте, что это может значить для вас в вашей жизни, для вашей карьеры, для вашего бизнеса. И последнее – это момент времени. Я вчера получила в очередной раз письмо, и таких писем приходит за день, иногда по нескольким. Женщина приглашает меня заниматься новым бизнесом, который они начинают с нуля. Такие люди, как правило, каждый год или раз в полгода начинают бизнес с нуля. И там была такая фраза: лучше начинать бизнес в новой компании с самого нуля, чем начинать бизнес в компании уже раскрученной. Ну, обычно раскрученные компании здесь есть для дилетантов, для людей, которые не сведущие еще про сетевой маркетинг, им очень хорошо эти люди в глаза пыль забрасывают. Компания For Life Research, она молодая. Ей уже больше 12 лет, конечно, но она молодая. И если взглянуть вокруг себя, ну вот, например, в Сербии у нас еще не сеяно, не пахано. В России, если выйти на улицу и спросить, что такое трансфер-фактор, не каждый вам скажет, что он это знает, некоторые даже и не слышали. А
с прошедшей конвенции, по-моему, или на прошлой конвенции, кто-то из дистрибьюторов приехал, и там в Филадельфии, говорит, ходили по улицам города и спрашивали людей про For Life, про Transfer Factor, даже там, где находится, так сказать, сердце компании, даже там не все люди знают про Transfer Factor. То есть у нас еще очень много неоткрытых городов, очень много неоткрытых стран. И компания создала лишь только фундамент, на котором мы можем прочно встать, опереться и делать свой бизнес. И у компании есть все шансы стать огромной компанией с миллиардными и миллиардными товарооборотами. И мы стоим у истоков, несмотря на то, что у нас уже столько платин, столько голдов, мы все равно стоим у истоков. И если вы не приняли еще решение заниматься бизнесом, если вы просто употребляете продукт, ничего страшного. Самое главное – продолжать это делать, и осознание, оно придет. И те люди, которые присоединяются сейчас, именно они становятся причиной роста компании. Потому что, попробовав продукт компании For Life, невозможно о нем не сказать близкому человеку. И даже если этот человек не услышит тебя, невозможно потом не повторить. Потому что, как правило, нужно говорить по 4 раза, чтобы люди задумались и чтобы они вникли. Я на своей жизни в этом очень хорошо убедилась. И если же ваша цель – просто создать дополнительный источник дохода, вы гораздо проще достигнете этого именно в компании For Life, которая сейчас переживает период бурного роста. И причем в начале периода бурного роста, а это продлится еще достаточно много лет. Кроме того, во время финансового кризиса, когда задерживают зарплату или перестают вообще платить, огромное количество людей начинают искать дополнительные или альтернативные источники дохода. И вот как раз компания For Life – это и есть тот альтернативный источник доходов, который постоянно растет. Очень многие из этих людей придут в сетевой маркетинг. Даже тех людей, которых вы мимо них постоянно ходите, ни слова им не говорите, за них вы уже решили, что они вас не услышат, и они могут уйти в какую-то другую компанию. Но если вы позаботитесь об этом, они могут оказаться в вашей дистрибьюторской организации. Вы чувствуете момент времени? Не позвольте времени вот так вот утечь просто у вас сквозь пальцы. Одно из преимуществ компании For Life – это наш продукт, мы об этом уже сказали. Я еще раз напомню, что он из категории товаров первой необходимости, которые люди покупают всегда, и в благополучные времена, и в кризис. Здоровье – это здоровье. Люди всегда хотят есть, люди всегда хотят пить, и люди хотят быть здоровыми. Независимо от того, что они уже тяжело больны, все равно в какой-то момент приходит осознание, и трансферфактор становится предметом первой необходимости. И наш продукт, он очень хорошо конкурентно способен. И поэтому все эти факторы могут обеспечить большому количеству дистрибьюторов доходы более чем 10 тысяч долларов в месяц, и многие уже осуществили, и даже перескочили эту планку, почему бы вам не быть в их числе? Это момент истины для кого-то. Это момент истины может быть и для вас. Это ваш дух, 6 или может быть больше, или может быть меньше, летний план достижения финансовой свободы. И не только финансовой свободы, но и крепкого здоровья, молодости, красоты, прекрасного самочувствия. Поэтому присоединяйтесь сейчас и измените свою жизнь навсегда, если вы еще не приняли это решение. И я хочу пожелать огромных успехов тем, кто уже занимается этим
с удовольствием. Те, кто еще думает, подумайте. С вами была Вера Чешева. Я желаю вам огромных успехов. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго.